остов высочайшей башни Китая, которую возводят в Шанхае, готов. Его высота 580 метров. На торжественной церемонии на верхушку поднимают последнюю металлическую конструкцию, украшенную ленточками и флажками. В течение года планируется завершить стеклянный фасад здания, который будет подниматься к небу по спирали. После завершения всех строительных работ высота небоскреба должна составить 632 метра. Мы установили новый стандарт небоскребов для китайских инженеров. На строительство был выделен 1 600 000 000 долларов. Здание будет разделено на 9 зон, которые включат офисы, отель и помещения, сдаваемые в аренду. В небоскребе будет функционировать 106 высокоскоростных лифтов, а его общая площадь будет равна площади 72 футбольных полей. Впрочем, по словам шанхайского инженера Цзюнься, статистика – это не самое главное. Суть не в том, чтобы построить высокое или большое здание. Это здание – вертикальная концепция жизни и работы. Это также возобновляемые экологически чистые технологии, то есть мы создаем новые стандарты. Крыша здания будет сконструирована таким образом, чтобы собирать дождевую воду. Затем ее будут использовать в том числе для орошения нескольких мини-садов внутри здания. Кроме этого, специальные ставни на стеклянном фасаде будут помогать контролировать температуру внутри помещений. Небоскреб также оборудуют ветряными турбинами, которые будут вырабатывать электричество, а спиралевидная форма здания поможет уменьшить сопротивление ветру. После своего завершения Шанхайская башня станет третьим по высоте зданием в мире. Ее будут превосходить только небесное древо в Токио и небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае.